Исследования в рамках экспедиции будут проводить студенты из 4 регионов России и 5 стран мира. Проект «Крымская кругосветка 2024» реализуют не только на территории Севастополя и Республики Крым, но и Краснодарского края. Протяженность экспедиции составит около 700 километров. Пройдет она одновременно на побережье и в Черноморской акватории. Основная ценность заключается в том, что ребята, производя действительно исследования, реальные исследования и в морской части, и в сухопутной части, буквально руками прикоснутся к нашей древней истории, буквально почувствуют вот эти вот вибрации нашей культуры и наши истоки, которые позволяют нам сегодня, значит, смотря в будущее, понимать, что мы не просто как бы песчинка, которая несется в воздух, а мы люди, представляющие тысячелетнюю историю великой страны. Участники, отбор которых проходил на конкурсной основе, разделятся на несколько исследовательских групп. В ходе экспедиции они проведут исследования береговой линии реки Черная, локализуют гидротехнические сооружения, которые существовали в окрестностях средневековой византийской крепости Каламита. Также молодым ученым предстоит историческая реконструкция портовых сооружений крепости и мониторинг объектов кораблекрушений IX века в Балаклавской бухте, в устье реки Бельбек и Карантинной бухты. Часть ребят поучаствует в морской части экспедиции, то есть они отправятся и к местам древних кораблекрушений, к местам древних портов, смогут при помощи телеуправляемых аппаратов заглянуть под воду. При проведении исследований будет использована материально-техническая база Севастопольского государственного университета и отечественное оборудование, включая научно-исследовательское судно «Пионер-М». Самое главное – это научить ребят работать в науке, работать командой, выполнять определенные научные задачи, то есть их анализировать информацию, ее, соответственно, применять и делать научные выводы. В ознаменовании начала экспедиции в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» после официальной церемонии открытия провели молебен об успешном ее проведении. Для меня этот мероприятие будет очень хорошо, очень важный. Я очень люблю этот фольклор и традиция для здания, для всего здесь, в Херсонес. Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа «Крымская кругосветка 2024» проводится в рамках проекта «Из варяг в греки» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Итогом проведения экспедиции станет издание историко-географического описания морских коммуникаций Северного Причерноморья 5-15 веков. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро.